Доброе утро, Тамбов. Праздник к нам приходит, даже несмотря на такую вот пасмурную погоду. До Нового года остается совсем ничего времени, и обычно люди уже начинают задумываться, чтобы такого интересного подать к праздничному столу. Сейчас мы отправимся в одно очень интересное место, где нам посоветуют рецепт особенного блюда, которое можно быстро, а главное, вкусно приготовить. Готовы? Тогда поехали! Вот мы в том самом хоспер-кафе, подчеркну, в единственном хоспер-кафе в городе. Но для многих вообще непонятно, что такое хоспер и как вообще эти слова между собой вяжутся. Сейчас нам шеф-повар Андрей, привет, Андрей, да, привет, объяснит, что же это значит. Андрей, пожалуйста, расскажи, что такое хоспер-кафе. Хоспер-кафе. Почему называется хоспер-кафе? Хоспер – это испанская печь-гриль, которая работает на углях, закрытого типа, до которой достигается колоссальная температура. Ну, в ней готовится, в принципе, все, что угодно. Рыба, мясо, овощи, фрукты. Что хочешь, как при колоссальной температуре 350-400 градусов приходит процесс приготовления. Из-за этого все соки, все вкусы остаются в мясе, ничего не уходит. Я надеюсь, что всем понятно. А теперь о главном. За окном, конечно, пока не совсем праздничная погода, но, как мы знаем, впереди Новый год, нужно что-то готовить, что-то чем-то удивлять своих гостей, родных, близких. И вот Андрей нам сегодня расскажет, какое же удивительное, хорошее и, в принципе, простое блюдо можно приготовить у себя дома, чтобы всех порадовать. Андрей, что мы сегодня с тобой делаем? Олег, сегодня мы приготовим утку с копченым мусом, маринованную в терияке. Все готовится очень просто, быстро, все продукты доступны в магазине, поэтому никаких сложностей не возникнет. Как ты сам знаешь, у нас до Нового года всегда остается очень мало времени, и надо все успеть, поэтому сделаем все. Это экспресс-блюдо такое получается? Экспресс-блюдо, да. Мы подготовили утиную грудку, мы подготовили копченый сыр. Я, конечно, сам его закоптил, но сейчас в любом магазине можно купить копченый сыр и плавленый, и сулугуни, и косичку. Так что, в принципе, проблем с этим нет. Панировочные сухари, соус терияки и сливки. Ну и украсим мы помидором череп. За полчаса любой работяга приходит с работы 31-го и приготавливает и такую красоту. Приготавливает, конечно. Я подготовил грудочки утиной, на эту кебедом. Угу, спасибо. Одну себе возьму. Я представлял, что утка бери будет нож. Так. Ну и нарезаем ее на 4 ровных части, долькими такими. Давай сначала ты начнешь. Давай, а потом... я начну, да. Это будет по принципу наггетсов, ага. Поэтому ничего в этом сложного нет. Раз. Наискосок резать? Можешь наискосок, можешь прям, можешь на 5 частей. Вот у меня на 5 получилось. Ну, отлично, Лен. У тебя получилось. Все, я скоро буду тоже работать шеф-поваром. Возьмем немного соуса терияки. Так, ага, спасибо. И прям его там... И прям обваляем, угу. Да. Вообще, когда мне говорят про сложное блюдо, приготовить утку, запечь ее в сухарях, в панировке, представляете, что-то невероятное. Но вот, дорогие телезрители, я сейчас смотрю, на самом деле все выглядит очень просто. Да? Готовить здесь прям много усилий не нужно прилагать. Ну да. Теперь оставим уточку чуть полежать и сделаем наш мусс. Тоже сложно, ничего нет. Берем 50 грамм копченого сыра, как я уже сказал, я его закоптил сам, но можно взять любой копченый сыр. И со сливками мы его просто замешаем в блендере, то есть до однородной консистенции. Ничего выдумывать не надо, ничего греть не надо, кипятить. Все делается очень просто. Теперь мы обжариваем нашу утку на масле, на обычной сковородочке, пару минут. Ну, по минуточке можно с каждой стороны и чуть держать на медленном огне, чтобы она хорошенько прогрелась. Сильно сушить ее не надо. Уточка наша готова. Сколько, Андрей, по времени? Ну, так, навскидку прошло. Ну, 3-5 минут, может быть, мы ее обжарим. Все, этого достаточно. Это достаточно, да. Что следующим этапом у нас с тобой идет в этой невероятной готовке? Ее. Все только украшать все осталось, готово, да? Украшаем, да. Все, наше блюдо готово. Потрясающе очень выглядит и прям пахнет вкусно. Так что я надеюсь, у каждого получится дома в кратчайшие сроки приготовить эту потрясающую уточку и удивить своих гостей, родных и близких.
Основное блюдо у нас готово. Наша прекрасная аппетитная уточка с копченым мусом. Но это что касается основного блюда. Теперь время пришло для десерта, и в этом нам поможет су-шеф. Так что быстренько меняем шефа на су-шефа. Вот рядом со мной сейчас стоит су-шеф Юра, и он нам расскажет, какой вкусный десерт, помимо основного блюда, можно приготовить к новогоднему столу. Юр, пожалуйста, расскажи, что мы будем с тобой сегодня делать? К новогоднему столу мы будем делать чизкейк. Вот, чизкейк у нас десерт очень простой, максимально упрощенный, так как вообще изначально он был придуман в Америке. Вот, американцы у нас немножко ленивые. Вот, этот десерт можно приготовить буквально за 5 минут до стола, и все максимально просто. В моем понимании чизкейк – это что-то такое, что нужно выпекать, очень долго готовить. Так ли это, или что-то по-другому здесь будет? Нет, выпекать здесь ничего не нужно. Чизкейк у нас сегодня классический, на основе обычного печенья топленого, сливочного масла и крема из сливочного сыра. Юр, скажи мне, пожалуйста, что это такая за жидкость непонятного цвета и вообще для чего она нужна в приготовлении чизкейка? В приготовлении чизкейка сегодня мы будем готовить наш лавандовый чизкейк, но дома можно приготовить абсолютно любой чизкейк. Рецепт, он очень универсальный, туда можно добавить любое варенье, любой сироп, ну, все что угодно. Ну, как вы уже могли догадаться, в готовке я не очень хорош, поэтому Юра будет задавать тон, я буду его подмастерьем. И с чего мы начинаем, Юр, скажи? Мы начинаем с того, что мы замешиваем основу для чизкейка. Это наше печенье, измельченное, топленое молоко. Теперь мы будем замешивать крем. Украшать мы будем ягодами. Ягоды мы брали ежевика, клюква и малина. Да у меня такой брат-уродец получился у твоего чизкейка просто. Ничего страшного. Вот такие два прекрасных блюда мне сегодня удалось приготовить с ребятами в Коспер-кафе. Я человек, который вообще к готовке, ну, очень малое отношение имеет. Тем не менее, вот у меня что-то да вышло. Причем все это можно приготовить действительно за 15-20 минут до новогодней ночи. С вами был Рожков в городе. Питайтесь вкусно, полезно, а главное, правильно.